ну извините, Донбасс это Украина. Все. Да, мы жили в Украине, мы не звали их. Трамвай толкают. Я такого впервые вижу. А? Короче, что-то бабахнуло там, где-то светится, где завод. В окупованому Росією Донецьку втомлені від бездіяльності московського режиму. Мешканці почали перекривати дороги через постійні відключення водопостачання. Жителі міста нагадують росіянам, що Донбас – це Україна, і ніхто їх там не чекав. От тут вважають, що ми такі пересякі. Ну, извините, Донбас – це Україна. Все. Да, мы жили в Украине, мы не звали их, я же говорю, что мы жили спокойно, я же говорю, что у кого-то была работа, у кого-то дом был, я же говорю, что детвора бегали в школу, я же говорю, садики, это все было. Я жив в один міг отак, хопа, і все, це все розрушено. Більшість людей не бачили воду у кранах ще з 2022 року. Місцеві кажуть, що на їх дзвінки комунальники вигадують постійно різні відмазки. Чому диспетчера? Ми дзвонимо регулярно, з утра до вечора. Різні відповіді отримуємо. На кипучі вибило підстанцію. Вторая отвечает, резервуары пустые. Третья отвечает, мы вообще первый раз слышим о вашей проблеме. А четвертая отвечает, не передаем нам заявку. Не смешайте вы людей. Вчера мы с ним учим. Она не дает столько, она должна давать 30 тысяч. А дают 15. Давайте конкретно, что вы будете делать, и когда нам сказать? Конкретно, что будет сделано? Давайте допишем. Конкретно, что вы предлагаете? Вы предлагаете нам, людям. Что вы предлагаете и когда это будет сделано? Записываем. Конкретно, есть, есть. Не если, а когда? Нет. Есть, будет, нормально. Электроэнергия. На нашей насосной станции и насосная станция будет работать в нормальном режиме, мы сможем подавать 30 тысяч кубов с текучей границы, мы перераспределим воду и, по крайней мере, вот этот поселок 31 шаг, так и называется. Мы сможем туда подать какую-то воду. Ну, какую-то ждите, а вы говорите, если. Да. Вы сказали слово «если» – электроэнергия. Вы сняли с себя обязанность. Если опять не будет электроэнергии. Ну, как это ее нету? Ну, как ее нету? Стабильно электроэнергия. Ну, наш поселок пострадал уже. А тоже под когда? Хорошо. Ну, хорошо. Какой график? Мы вас организовали сюда. Мы себя сами организовали. Мы вам звонили. Телефоны. Это не вообще звонят. Нет на поселке. Что такое? Они перекрыли задвижку и там вантулят себя. Или шуют. Тим часом на Росії продовжується енергетична криза. ТЕЦ вже вибухають навіть без нашої допомоги. Короче, там бабахнуло там, где світиться, где завод. Бабахнуло резко, світ, короче, відключився. Пожар там почався. Проблеми з електропостачанням розпочалися і в одному з міст Дагестану. Просто я вийшла на вулицю, вся Каспійська, кемпінг. У них есть свет. Просто иногда вам ФСБ, в которых живем мы, нет света. Я не понимаю, что происходит. А в Краснодарі все настільки погано, що аби потрапити додому, місцеві мають самостійно штовхати трамваї. Трамвай толкають. Я такого впервые вижу. Думаете, толкнут? Мне прям даже не верится. Пока нет. А ось так зараз виглядає північно-кримський канал у Таврійську. А пам'ятайте, що в тому числі через воду кремлівський режим в особі диктатора Путіна розпочинав війну проти України. Але після того, як за його ж наказом підірвали Каховську ГЕС, вода у цей канал більше не надходить. І вже через кілька років
Півострів може просто перетворитися на пустелю. Тим часом у Приморі Калінінградської області робітники скаржаться на скорочення та непрацюючу техніку. Ну, звісно ж, звідки в російській казні гроші? Путін щодня просто мільярди витрачає на війну проти України. Уважаемые жители Приморья, обращаемся к вам в помощи для средств денег на колеса, на тест наши грейдера, которые стоят без движения. Начальству нашему никому ничего не надо. Они говорят, что нету денег, никому ничего не нужно. У нас вся техника стоит в неисправном состоянии. Денег нету, ни средств, ничего. Вот оно все стоит конченое. Вот. Я вам снимаю и показываю. Вот. Все оно стоит на балансе, никто его ничего не списывает. И толку никакого нету у нас. Кому не обращайся. Вот они все эти манекены стоят с 87-84 года выпуска. Оно все без движения, но все стоит на учете. И ничего не работает. Гаражей у нас нету. Всю зиму мы стоим и греем эту технику в 40-градусные морозы на улице. Вот еще один такой же самый манекен. Человек с ним каждый день мучается. Вот еще одна техника, которая стоит поломанная. На нее не могут купить 5 подшипников. Нету денег. Может, вы поможете скинуться? Вот новый грейдер, который стоит без колес. Белорусский. Нету резины. Начальству говоришь, Загороднему, он говорит, что... Нету денег. Дали заявку, уже это говорится нам целый месяц, больше, что нету никаких средств. А он тебе говорит, снимай с китайца, с вон того поломанного, и ставь на вот этот. Вот, как дальше жить? Мы не живем в 2024 году, а живем в 94 году. І 21 століття. Росія. Газована держава. Депутат Гурульов закликає жителів Забайкалля обзавестися дровами або вугіллям перед майбутнім опалювальним сезоном. Тому що наявна інфраструктура вже просто не витягує. А газифікувати всіх, ну, самі розумієте, трубу в кожен будинок – це ж дороге задоволення. Конечно, с одной стороны, оптимист, но как человек военный, я рассматриваю наихудший вариант. Потому что, поэтому все-таки я хотел бы, чтобы следующий отопитель все, ну, хоть как-то бы вывезли, потому что уже время готовится. Осталось, по сути, ну, полтора месяца, правда? Да. Все на этом. Но запас что? Не тянет, правда? Да? Поэтому наличие печки с трубой и наличие дров и угля, в том числе в многоквартирных домах, никогда лишнего на данном этапе не будет. Но то, что по факту, как есть, честно говоря. І погляньте на це шоу. Це губернатор Вологодської області, як тільки той дізнався, що його регіон відстає за результатами екзаменів у школах з англійської мови, той вирішив перейти на англійську мову. Якщо говорити о результатах по Вологодській області, то ми фіксуємо, що результати по предметам, которые показали наши выпускники, в целом выше, чем в Российской Федерации, за исключением предметов таких, как английский язык и информатика. Здесь результаты, собственно, несколько ниже. Почему? I beg your pardon. What's the difficulty is with English language? What's wrong with English? I beg your pardon. Английский, да. Please answer my question, if you don't mind. Хоча, за словами інших кремлівських діячів, англійська – це мертва мова. Тому росіянам вивчати і не потрібно. Натомість пропонують звернути увагу на китайську. Друзі, на цьому ставимо крапку. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.